Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Cruze 2010 года выпуска с двигателем 1.6 на механике. На этом автомобиле мы сегодня заменим правый передний нижний рычаг и передние стойки стабилизатора. Для этого мы поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса и уже там смотрим, что нам надо необходимо открутить. В процессе откручиваем. Подняли автомобиль. Самое забавное, мастера приговорили стойки стабилизатора обе. Но они обе живые. Не болтаются, не стучат, пыльники целые, все целое. Но вот шаровая передняя на правом рычаге, как и сказали, да, она ведет себя вот так вот. Но так как шаровая несъемная, меняем ее с рычагом из-за этого. А стойки стабилизатора сейчас менять не будем, останутся до следующего раза. Откручиваем вот этот болт. Сейчас снимем пыльник вот этот и откручиваем передний болт. Также откручиваем сзади два болта, которые у нас держат задний сайлентблок. Так, снимаем вот эти клипсы. Целиком мы снимать не будем, а так отодвигаем. И здесь нам уже до болта можно подобраться. Вот он болт. Забрызгиваем резьбу. Сейчас немножко постоит и откручиваем. Головка здесь на 18, что болт, что гайка. Болт вытащили, шаровую опору откручиваем, болт здесь на 15, не болт, а гайка. Так, болт вытащили, шаровые опоры. Откручиваем вот эти две гайки. Также сверху гаечка на 18. И болт тоже на 18. Подожмем. Все, у нас рычаг полностью откручен. Thank you.
теперь берем здесь, в ZEV, отверточку немножко забиваем, чтобы расширить. Все, сняли шаровую вместе с рычагом, или рычаг вместе с шаровой. А умерла она от того, что порвался пыльник у ней. Вот он, верхушка оторвалась, грязь попала, и от этого он умер. Пыльник отдельно не продается. Берем новый рычаг. Новый шланг. Новый рычаг мы будем устанавливать фирмы Linfjorder. Номер ему получается 36-88-701. Это правая сторона. В комплекте идет новый болт. Видать, на шаровую опору. Да, на шаровую опору. Но мы его ставить не будем. Мы старые ставим. Берем, устанавливаем. Снимали шаровую опору. Шаровую опору и начинаем устанавливать. Отвертку я не вытаскивал, ставил ее, а теперь можно вытащить отвертку. Дальше здесь заводим уже сайлентблоки. И теперь вставляем болты. Болты мажем. Все, оба болта зашли, наживляем их, но пока не затягиваем. Также вставляем передний болт.
отверткой совмещаем. И наживляем гайку. А теперь заводим болт шаровой опоры. И наживляем гайку. Получается, все мы наживили. Теперь берем все эти крепления, протягиваем. Так, ставим на место пыльник. Все, здесь два болта затянули, передний болт затянули и болт шаровой опоры затянули. Здесь идет провод на двух вот таких вот клипсах сидит. Провод на место поставили. На этом все. Рычаг мы заменили, меняется он здесь довольно-таки легко. Стойки стабилизатора менять мы не стали, они живые. На этом все. Всего вам доброго.